Всем привет, друзья! Сегодня на канале Тайное НЛО я вам расскажу про секретные материалы. Конечно, кто-то из вас не поверит, потому что у вас есть свое мнение. И на этом видеосюжете, который вы сейчас наблюдаете, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь, ну а мы начинаем. За все время, которое необычное, но очень интересное проявление каких-то странных явлений, странные объекты и странные военные моменты. Ведь люди, которые на самом деле видят что-то похожее на летающий объект, они считают, что это все-таки какие-то разработки. Да, они правильно так и делают, друзья. Но надо что-то разобрать. Как вы думаете, что я имею по поводу этого? Множество наших подписчиков и зрителей, конечно, удивлены о том, что происходит, и они хотят знать правду. Что я имею по поводу того, что на самом деле происходит? Эти объекты разработаны и разрабатываются военными. Кто-то считает, что это объекты НЛО, а кто-то считает, что все-таки это фейк. Но давайте все-таки разберемся. Множество наших зрителей и подписчиков всегда видят что-то необычное. Вот лично мое мнение, где я не был, там вечно что-то происходило. Красная зона, оранжевая зона и даже в тех местах, где происходили какие-то странные и нелепые события. Но всегда же там, друзья, были военные. Я не к тому хочу сказать, что это не так, это фейк, это неправда. Нет, это на самом деле, друзья, происхождение каких-то странных явлений и каких-то необычных моментов. Поэтому сегодня я вам рассказываю очень удивленный и необычный момент, который вам будет очень интересно знать. Происходящие события, которые на самом деле проявление каких-то эмоций или каких-то там событий, это у человека, но на самом деле проявление каких-то странных действий, именно военных, происходят страшные события. Про что я имею в виду? Давайте все-таки разберемся. Ну а вы опять поставьте лайк. За все, что мы, друзья, пытались найти, разгадать или что-то угадать, мы стали замечать какие-то странные и необычные моменты. Ведь множество наших зрителей и подписчиков часто хотят знать правду. И сегодня я хочу рассказать про ту интересную и необычную правду, которая вам будет понятна. Знаете, что самое интересное? Множество людей и множество разработок, которые проявления каких-то странных событий, дроны, ракеты или что-то еще, появляются везде. Но их, друзья, тяжело как-то определить. Конечно, множество наших подписчиков, зрителей видят необычные моменты, истории, события. Конечно, странно даже мне представить о том, что мы с вами это понимаем. Но множество других людей вообще не понимают. Я хочу до вас донести множество интересных моментов. Что и как это все происходит, вы уже видите по телевизору. Но кто это, друзья, создает? Есть множество стран, которые пытаются достичь какой-то цели. Кто-то утверждает, что цель – это самое интересное, а кто-то думает, что это все фейк и неправда. На самом деле множество наших событий, которые мы, друзья, сталкиваемся именно в каких-то секретных и необычных тайн, мы часто замечаем о том, что происходит. Военные скрывают специально, чтобы никто из обыкновенных людей не смог достичь какой-то цели или каких-то там разработок. И ведь множество наших событий, которые я, друзья, хочу до вас донести, это тайные секретные разработки. А их, поверьте, очень много. По всему миру часто, друзья, нам начинают говорить о том, что НЛО не существует или они существуют, но вы их никогда не увидите. Но на самом деле чиновники, там разная необычная категория, скрывают правду. Я к тому, чтобы вы понимали, что вокруг нас происходит и кто за этим стоит. Но кто-то из любых событий, которые сталкиваются сейчас обыкновенные люди, считает, что это все-таки не так. Военные скрывают, потому что они создают оружие. Люди, которые видят это, воспринимают это как метеорит или как астероид или что-то еще. Мы много раз видели какие-то необычные вспышки. Ведь вам говорили о том, что это летит астероид, сгорает там в атмосфере и так далее. И нам говорили о том, что на Луну могут даже создать целую армию каких-то там дронов, чтобы они контролировали
прилет каких-то инопланетных существ. На самом деле очень странно звучит, потому что за последнее время я могу сказать только одно. Я видел своими интересными моментами то, что тяжело даже сказать, друзья, вам. Поэтому то, что сейчас происходит, нам надо как-то это понимать. Конечно, я говорю очень много, но событий, которые я хочу донести, это тайное секретное оружие. И это, друзья, может быть любое. Танки, самолеты, корабли или что-то еще. Но это первичные системные вооружения. А есть сверхсекретные, которые уже создаются. Это могут быть летающие объекты, направляющие дроны, необычные гигантские электромагнитные пушки или лазерные пушки. Вы все это, наверное, слышали и все это видели. Но вот вопрос для тех, кто хочет знать. Вы знаете, что на военных любых сейчас структурах, у кого развитые технологии, устанавливают плазменные, электромагнитные и даже лучевые орудия. Даже устанавливают в горах, чтобы сбивать специальными вот такими лучами дроны. И даже у Германии сейчас ПВО называются не как раньше с пороха и пуль летело, а именно сейчас происходят лазерные сбивания. Но множество из вас, конечно, скажут, что это не так, поэтому множество из вас будут думать, что это все-таки фейк, неправда, ну или что-то еще. Но я хочу донести до вас только это, друзья. Подумайте сами, вокруг нас скрывают множество тайн, разработок, технологий, которые вам никто не скажет. Ну а то, что даже вы узнаете, навряд ли вы поверите, потому что то, что происходит сейчас, это только начало новой эпохи. Так что подумайте, друзья, тысячу раз, если вы увидели что-то похожее или на НЛО, или, ну или выбирать вам или оружие, или НЛО. Но вот в таком необычном формате, друзья, я до вас донес очень хорошую информацию. Спасибо за лайк и спасибо за палец вверх, друзья. Ну, конечно, за комментарии. Всем хорошего настроения и отдыха.